Здравствуйте, дорогие подписчики, гости моего канала, меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Я открыта сегодня всем дарам Вселенной. Вот повторяем один раз, и вы посмотрите, что сегодня вы обязательно будете получать подарки от Вселенной. Ну а теперь небесное послание на 24 сентября. Сила негативных мыслей. Если вы замечаете, что большую часть времени фокусируете внимание на том, что вам не нравится то, чего не хотелось бы видеть в будущем, то не удивляйтесь, что зеркальное отражение трансформирует все негативные мысли в реальную жизнь. Сгусток мыслей сформирован и отразился в том же виде, в котором был послан во Вселенную. Чтобы не утонуть в негативных последствиях собственных размышлений, учитесь оборачивать любые неприятности себе во благо и видеть возможности там, где другие их не видят. Именно так работает принцип обогащения. В одних и тех же условиях люди с разным мышлением беднеют и богатеют. Что бы ни происходило в вашей жизни, удерживайте позитивное восприятие и относитесь критически к содержанию своих мыслей. Фокусируйте внимание на том, чего боитесь или не хотите, а на том, чего желаете больше всего. И если следовать этому простому закону хотя бы какое-то время, то можно заметить, что зеркало начнет отражать гораздо более радостную картину. И в течение всего дня обязательно повторяйте такие слова. «Я ясно знаю, чего я хочу в своей жизни». Вот повторяем 7 раз, и вы посмотрите, что вы обязательно будете поворачивать любую ситуацию себе во благо.